та ось ця жінка запевняє, далі буде ще краще. Дорогі судді, хочу к вам обратитися з предложенням. Не будьте так строгі, весь мир прекрасен, настроєння хороше, погода прекрасна. Слідуючі конкурсанти вам постараються підняти настроєння, в тому числі і я. Налаштована Олена дуже рішуче. Три суддівських, так сьогодні це лише перша сходинка на шляху до мети, заради якої жінка і прийшла на кастинг. Уанка Палтіп – победитель. Конкретний, 100%. Победитель. Іначе мене не устраиває. Я б сюди так просто не приходила. Леночка, ви не боїтесь сцени більше? Ні. Нет? Нет? А выступали когда-нибудь? Нет, первый раз. Первый раз? И что, не страшно? Не страшно. Лен, хорошее выступление. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Лен, с чем пришли? Пою песню в исполнении Эдиты Пьехи «Замечательный сосед» называется. И вокалом давно занимаетесь? Я занимаюсь вокалом и помимо этого работаю еще в рекламном агентстве. Расклеиваю рекламы, делаю дизайн реклам, там объявления всякие. Понятно. А вокалом как давно? Вокалом я занимаюсь полгода с преподавателем. Хотите стать певицей или это для души? Это хобби, перерастающее в профессию. Лен, извините, а вы видели у нас эту песню, если не ошибаюсь, пели братья Потаповы? Да, видела. Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед? В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы соседи и не знали, и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Как вам их исполнение? Я могу сказать с одной стороны, что каждый человек ее поет по-своему. Как кому удобно, в какой тональности. Но у вас получше будет, я надеюсь. Я постараюсь. Ну, старайтесь. Как же нам не веселиться, не грустить от разных бед? Замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что сосед у нас играет на кларнете и трубе. На кларнете и трубе. Па-па-ра-па-па-па. Па-па-ра-па-па-па. Па-па-ра-па-па. Па-па-па-па-па-па. Па-па-ра-па-па-па. 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 Утром звонит будильник, не будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Караул, хватит, но можно. У него свои заботы, начинается урок. Па-па-ра-па-па-па. А точно петь хочется? Может, есть какие-то у вас, может, рисовать умеете или кошек любите? Это провокационный вопрос? Да, да. Петь хочется. Хочется петь и точка. Точка, да. Просто за песню точно нет, это катастрофа была. Нет, знаете, такая крутая катастрофа. Знаете, такая мега-супер-вау-катастрофа супер. Слушайте, вот тот, кто вам преподает пение, мне просто интересно, он вообще имеет отношение к музыке? Моя преподавательница работает певицей, у нее свой ансамбль есть. А якщо я ризикну запитати, як її звати? Света її звати. А, это тебе ничего не говорит? Лен, я даже не знаю, я вот не хочу вам советовать не петь. Пойте, почему нет? Но чур не у нас. Вот. У меня нет. Влад. Игорь.
Захочет, Лен, да, почему-то. Лен, я не думаю, що вам треба змінювати професію. Я думаю, що вам треба поступово згортати своє хобі. От ви 2 місяці займалися з викладачем вокала, а тепер 2 місяці хай вона вас розучує до нуля, і все, і зав'язали. Жалко, що ли, чеку? Да, ну, знаєш... Мені не жаль мого, так? Але воно дуже не тверде. Дякую. Так, Магош. Ну, для хорошого настроєння. Спасибо. Леночка, ну що? Переволновалась, да? Я так із-за того і це. А я ж питала, хвилюєшся чи ні? Ні, я вроді тут ні, та там вийшла. А там вроді ні. Все, і все впало. З усіх завдань, які ставила Олена перед собою, впоратися їй вдалося лише з одним. І суддів, і публіку в залі вона потішила на 100%.